Привет, друзья! Хочу вам рассказать, что этим летом мы наконец решили осуществить свою давнюю мечту и провести всю зиму не в Москве, а где-нибудь на море. Где на море, мы не знали, но нам очень хотелось, чтобы было тепло, чтобы были фрукты, чтобы мы просыпались и нас встречали птицы, чтобы из окна было видно море, чтобы у нас был фитнес-клуб, ну или просто хотя бы фитнес-зал, чтобы был бассейн, и чтобы все это было вместе и недорого. В общем, мы начали рыться в интернете, искать такое место. Через месяц нашего поиска в интернете мы решили, что все это утопия, мы никогда не найдем такого места. Но оказалось, что такое место есть. Это место Таиланд, Паттайя. Именно здесь можно найти такое жилье, которое будет абсолютно новое, красивое, из современных материалов, с видом на море, с огромными окнами, как мы любим. И вот мы в Паттайе. Мы хотим вам показать два кондоминиума, которые мы снимали. Первый был немножечко попроще, потом мы переехали во второй, но это в следующей серии. А сейчас наш первый кондоминиум и о том, как он выглядит. Кондоминиум больше похож на апарт-отель. В нем почти всегда есть бассейн, а то и два, фитнес-зал, красивый сад, парковка, иногда кафе, магазины и даже ресторан. За общей территорией ухаживает обслуживающий персонал, но свою комнату вы выбираете сами или за дополнительную плату. Здесь вы никому не отдаете ключ и ни перед кем не отчитываетесь. Вы арендатор, и временно это ваше полноправное жилье. По соотношению цена-качество кондо Паттайя, или как тут принято говорить Паттайя, на первом месте в мире. Что-то вы мне поверьте. Поэтому если вы где-то планируете отдыхать больше, чем 2 недели, то кондоминиум – это самый лучший выбор. Наш милый гостеприимный кондо находится в самом конце пляжа или района Джамтиен. Здесь тихо, уютно, очень мало людей. Мы получали огромное удовольствие от нашего пребывания здесь.